Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания обложки для ежедневника. Начнем. Для работы нам понадобится полимерная глина двух чистых цветов, шоколадная и зеленая, и сорные остатки пластика, кабошон из эпоксидной смолы. Как я делаю такие кабошоны, можете посмотреть у меня на канале. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Также необходимо лезвие, скальпель, игла большая и маленькая, моделирующий инструмент, степ с силиконовым наконечником, дотс, щетка, кисточка, черная пастель, пудра разных оттенков, отдельная кисть большого размера, тальк и 3 текстурных листа. Для начала подготовим подложку из сорной полимерной глины. Толщина подложки примерно 1,5 мм. На текстурный лист наносим тальк и прикладываем заранее раскатанный пласт шоколадной полимерной глины толщиной в 2 мм. Прокатываем на пастомашине на той же толщине. Излишек талька убираем влажной салфеткой и лезвием отрезаем все лишнее. Прикладываем пласт на основу, выравниваем, если это необходимо. Готовим бортики. На текстурный лист также наносим тальк и прикладываем пласт сорной пластики. Прокатываем всегда на той же толщине, что и изначальный пласт. Вырезаем лезвием необходимый нам рисунок. Таких полосок нужно будет 2 штучки. Подгоним наши бортики по высоте. Для этого раскатываем остатки полимерной глины в пласт 1,5 мм толщиной и заполняем ими все 4 стороны заготовки. Также располагаем 2 текстурные заготовки на свои места. Все аккуратно прижимаем. Все лишнее обрезаем по контуру основы.
Займемся уголками. На текстурный лист наносим крахмал и повторяем все те же действия. Вырезаем 4 заготовки. Кладем уголки на свои места. Щеточкой текстурируем бока основы. Более толстой иголочкой по бокам рисуем прожилки, а тонкой иголочкой дорисовываем мелкие прорези и насечки. Приступаем к заполнению середины. Раскатываем шоколадную полимерную глину в тонкую нить. Нам нужно 3 ниточки. Плетем из них косичку и откладываем пока ее в сторонку. Кабошон вдавливаем в основу. Раскатываем шоколадную полимерную глину в пласт 2 мм толщиной и вырезаем 2 узора. Каждый узор сглаживаем и кладем их на свои места.
Оставшийся декор будем делать из завитушек. Раскатываем шоколадную полимерную глину в ниточку и фантазируем. Ну и обернем наш кабошон косичкой. Щеточкой текстурируем косичку и два объемных узора. Из зеленой полимерной глины делаем листики с прожилками, и на этом лепка заканчивается. Переходим к окрашиванию. Для начала крошим черную пастель и закрашиваем ею нашу рамку. Теперь беремся за пудру. Думаю, этот процесс всем понятен. Цвета выбирайте на свое усмотрение.
таком виде отправляем на обжиг при температуре, указанной производителем. После обжига я покрыла обложку матовым лаком и приклеила ее на суперклей. Готово? Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Делитесь этим видео с друзьями. Оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока!